Депутаты Нижнетагильской городской думы приняли корректировку бюджета на 2019 год. Доходная часть выросла до 13,74 миллиарда рублей, расходная – до 14,18 миллиарда. Также на заседании утвердили новый перечень предложений депутатов. Хочу напомнить вам, что мы уже не первое вот такое дело, но точнее это тоже обыкновенно рабочая обстановка, поэтому этот проект решения я прошу вас поддержать. На заседании депутаты утвердили кандидатуру нового председателя комиссии по местному самоуправлению, общественной безопасности и информационной политике. Им стал директор Уралвагонзавода по коммуникациям Андрей Палатов. Напомним, Вадим Раутштейн, ранее возглавлявший комиссию, был избран председателем городской думы.